Привет. Участвуете? Нет, мимо шли, поэтому... У вас сегодня пешие? Пешие прогулки? Пешие, я не катаюсь. Правильно, что ты в прошлый раз не поехал с нами? Никакого не было настроения, мы до Карьеров доехали, скупались, домой. У нас приняли на эту дайку. Нет, не потеряем. Мы проехали через все посты. На пожарке, что ли? Нет, не на пожарке, а на Исаевской. А, приняли? Меня там тоже принимали. Я в детстве там гулял с собакой, грибы собирал. Меня тоже там. Еще все перечеловеки обнаружили там немножко грибов. И сказали, ну хрен с тобой иди, но чтобы мы тебя тут больше никогда не видели. Мы залезли с обратной стороны, из болота. Да ну в часть, за Терецкой. А, это где, вот его, радар-то? Да. Там куча грибов-то, куча постов. А сейчас там восстанавливают ее? Да. Мы едем вчетвером на велосипедах с самого дальнего поста к штабу. Проехали три вооруженных поста, нас никто не заметил. И только на КПП, около самого штаба, нас остановили. Как мы могли сюда попасть вообще в принципе? Блять, не лучше этим. Так что, правильно, мы там 3 километра перлись по болотам. Да нет, я мы на полигоне на этом, на Путиловском, херачим на УАЗике, на выезжаем, на нас военно с такими глазами смотрят, а вы откуда здесь? Что, говорю, оттуда. Там болото, там нереально практика, мы же проехали. Там на велосипеде. То есть за что? Дай втираться. Ну скажи. Как лучше себя обнять? А что, сначала держись вот этого. Так, за меня. Все, товарищи, закончились. Давай, мои дела. Поехали, что за что? Отдай его. Готово? Ваньке рацию. Да, рацию отдай, если ролики есть. Прыгнули. Давай. Что у них леса было, он вообще не хранил. Сейчас они накроют от того. Кстати, нормально, далеко. Чувак не понял, что это было, блин.